Воинская часть 28349 Министерства обороны Казахстана расположена в Байзакском районе Жамбылской области, примерно в 300 метрах от железнодорожного направления Тарас-Алматы. На складе этой части хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. По информации Министерства обороны, основную опасность представляет ударная волна. Максимальная дальность части боеприпасов со склада может достигать до 3 километров. Самый близкий населенный пункт – это Кайнар, находится менее чем в километре от места ЧП.